Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в Trader Life Simulator. Здесь, значит, обновление произошло. Прошло обновление вчера, буквально, нет, не вчера, подожди. 10 числа. 10 числа прошло обновление. Увеличили время до заболеваний игрока нашего. Изменили дизайн магазина. Перепрограммировали, вот, видишь? Хотя, наверное, так и было. Дизайн магазина изменили, перепрограммировали. Вот здесь теперь нельзя срезать, это очень обидно. Короче, усложнили, может быть, здесь какая-то постройка будет. Перепрограммировали кассы, теперь они будут работать иначе, я так понимаю, или кассиры будут работать иначе. Потом, что здесь еще добавили? Еще сделали, исправили модельку предметов, которые мы держим в руках, и они теперь будут оригинальные, когда будем ставить. То есть красным, когда... Красные будут гореть, когда нельзя поставить. И просто оригинального, так сказать, собственного цвета, когда можно будет это сделать. Значит, давай соберем прибыль с кассы. Пойдем положим 150, если я не ошибаюсь. $100, наверное, да? Я сейчас лишнее телодвижение делаю, в общем. И мы сделаем вот что. Мы перекинем все $106 на счет в банке. И из счета в банке перекинем... Давай 106 перекинем. Забываю. Да куда ты пошел? Ну вот куда ты? Что ты делаешь? И перекинем 106... 106 на карту. Все. Суду можно брать. Так, значит, смотри, мне сказали, чтобы я купил мясо. Мясо я куплю обязательно. 150. Ну, кто бы сомневался. Ой, ладно, наконец, на зарплату кассиру мне опять не хватит, и на суду мне не хватит, минус она загонит сейчас. Я почему-то знал, что 150 стоит свет, но... Но что ж теперь поделаешь? Передать 25 и передать 50... 44. 44 передать на карточку. То есть нам не хватает $19, чтобы оплатить суду. Ну или же... Да, скорее всего суду, потому что работник у нас будет трудиться здесь. А вот суда будет в долге. В долгах. Оплатить электричество. Зачем здесь свет? Непонятно, если и так все в принципе... А, молоко, молоко. Понял. Слушай, а может Может быть и стоило электричество сотню, просто сейчас холодильником стало стоить больше. Возможно. Возможно, не могу это пока сейчас проверить, потому что у меня теперь есть холодильник. У меня есть теперь холодильник, и это очень хорошо. Кстати, да, не забывай подписываться на канал и ставить лайки. Потому что это важно. Смотри. Сказали сделать следующее. Закупиться. Закупиться как следует. И взять, говорит, возьми суду и закупись продуктами. Но как я закуплюсь продуктами, если я суду-то уже брал? То есть у меня уже денег-то не осталось. Как бы мне остается сейчас только сидеть, ждать и все. Больше ничего не остается. У меня вариантов как таковых нет. Единственный вариант... Блин, я не сходил в ванную, в туалет, что ли? Что у меня такое? Не побегу я пешком туда, это очень далеко. Сколько у нас до поломок? До поломки далеко. Мне сказали, что дешевле чиниться и заливать масло вот в местах, как сказать, не... как-то непосредственно для этого придуманных. И типа тут дешевле получается, чем по телефону. Но это я уже заметил, когда заливал масло, потому что заливать масло можно самому, а через телефон там что-то баснословных денег все это стоит. Около порядка $350, что ли. Это очень много. Это реально очень много. Хотя масло стоит 150. Сказали купить этот. А, здесь два отдела-то. Трейдинг компани и автомагазин. То есть в якоре там 500 тысяч чего-то стоит, а здесь... Да, написали мопед, покупай. И если, ну, если якобы он дешевле выйдет, то можно купить мопед. Подожди. А, ты не владелец этого девайса. Взаимодействовать. Грузовая машина,
подбирать скутер. Скутер стоит сколько? $500. 2500 грузовая и пикап 1500. А он лучше будет или что? То есть, чем он отличается от моего... Хотя... А, ну... Да, пикап-то будет лучше. Это вон тот. Наверное, да. Наверное, в него можно будет загрузить. Хотя, в целом, я не вижу никакого... Никакой проблемы в том, чтобы загружать товар. Потому что здесь, как таковой, реалистичной физики-то нет. И, соответственно, здесь можно накладывать как только можно. Мне написали, кстати, можно же ведь еще в руках держать один товар. Можно сюда, может, поставить. Поедем, съездим вот в эту контору, которая вот здесь вот еще есть. Посмотрим, что здесь. Потому что она здесь есть. Можно зайти посмотреть. Спросить там, что как, что почем. И уже успокоившись, соответственно, уйти отсюда. Припарковался первый раз, хорошо. Угу. Что там? Понял. Ничего. А, купить стокс in Trading Company за 7000. За 7000 можно какой-то стокс купить. Не знаю, что, как это переводится. Стокс. Стокс. Возможно, какую-то акцию, что ли, или... Не знаю, может быть, прибыль это больше будет приносить каждый день. Не знаю, пока еще нет. У меня нет $7000, но когда будут, мы обязательно купим. Но в первую очередь мы купим за 1500 пикап и будем на нем рассекать. Но сейчас мы копим не на него, сейчас мы копим элементарно на продукты. По-моему, там было написано, что что-то еще с мебельным магазином. То есть мебели здесь будет гораздо больше. Хотя, подожди, смотри. Мебельный магазин у нас один или два? Два мебельных магазина должно быть, да? Один мебельный магазин — это около нашего магазина. То есть непосредственно напротив. Рядом с банком, и там у нас стояли только, как их называют эти, забыл, как называются, стойки. Так, но здесь как бы ничего нового-то я не вижу. Здесь как были полки с холодильниками, так и остались полки с холодильниками. Пока мы ездим, продажи идут. И так как продажи идут, мы сейчас заедем сначала в Жабершоп, так как мне написали заехать туда и поговорить с этим жабером. Он мне что-то должен рассказать. Возможно, рассказать, а возможно, не расскажет. Смотри-ка, здесь кар стоит и... Что это он здесь делает? Не знаешь? Нет, я тоже не знаю. Пойдем поговорим с нашим другом, который нам барыжит товарами. И что? Что я должен с тобой сделать? Эй, жабер. То есть мне с тобой разговаривать не о чем пока что, да? Ну да, у него нет кнопочки взаимодействий, как бы, ну нет, нет, дружище, нет, это все не то. Он не говорит ничего. И к машине, наверное, я к его подойду, если тоже ничего не изменится. Ну да, здесь нет даже кнопочки взаимодействия. Ну, то бишь, в принципе, здесь нет ничего. Склад, я так понимаю, дорабатывается. Да, склад дорабатывается, и поедем тогда сразу к себе... Соберем прибыль, зайдем в магазин мебельный, который рядом с нашим магазином находится непосредственно. И пойдем тогда посмотрим, сколько у нас прибыли за все это время накапало. И подумаем о продаже, о покупке, вот об оптовой закупке. Нам нужно долларов 200, я считаю, хотя бы $200, чтобы закупиться базовыми вещами, которые, наверное, наверняка сейчас есть в жалобах у меня. И если они есть в жалобах, мы их сейчас отработаем. Мы отработаем жалобы, чтобы наши покупатели были постоянно довольны. Выходи. Сколько у нас здесь? 19. Я хотел еще засечь, кстати, посмотреть, сколько бензина уходит на... Смотри, $206. Да, $206. Так, ну здесь прям записывать и записывать. Я, кстати, взял карандаш и взял тетрадку. И теперь могу записывать. Арбуза нет, но арбуз это дорого, очень дорого. Но все же, давай бургер, молоко, S, стиральный порошок. Йогурт, морепродукты.
И яблоко. Подгузники. Мне кажется, я здесь жалобы буду записывать до завтрашнего вечера. А, давай запишем, сколько у нас газа. 73, 86, 19. Я гонял пешком. Гонял пешком в магазин в этом. И так как здесь хреновая физика, здесь можно на одну тележку набросать очень много товаров. И потом зайду в этот магазин. И набросать много товаров и везти их. То есть можно очень много экономить. Просто если я сейчас посмотрю и увижу, что много тратится на, как это называется, на поездки. На поездки. Вообще нужно посчитать, какие поездки будут выгодные. Вот так вот это я хочу сказать. Нужно посчитать, от какого количества товаров будет поездка выгодна. И, следовательно, мои моющие средства за 12 долларов проданы. Посмотрим, сколько стоит оно. И посмотрим выхлоп. Смотри, моющие средства 12 долларов. Оливки за 10. Оливки 35, то есть 10, 10, 10. Даже 120. Так, за 12 было моющее средство какое-то. Где тут моющее средство? Моющее средство 53 стоит. Даже если их 10, по 12, 120. Да, наверное, теория твоя верна, и 70 прибыли с коробки имеется. То бишь, нам просто нужно покупать все. Все, что у меня вот здесь сейчас написано. А, бургер? Бургер где? Бургер, 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 бургер. Это нет, это ореховый шоколад. Его пока у меня еще никто не спрашивал. Это чипсы, чипсы, чай, кофе, корм для животных. Подожди, бургер может быть в заморозке лежит? Нет, это... Вот, 175, да ничего себе ты придумал, конечно. Бургер, давай йогурт, посмотрим, что еще здесь есть. Молоко, молоко S, хочу заметить, да, молоко S это маленькое. Это обычное молоко мне нужно. Молоко, молоко. Подожди, а как так получилось? Так оно тут так одного варианта только есть, наверное, шоколадное молоко. Ладно, давай пропустим. Стиральный порошок. Купим. Хочу проверить теорию в действии. Можно ли набросать на эту тележку вот так вот товар? Так, стиральный порошок купил. Йогурт, морепродукты. Морепродукты очень часто хотят все покупать. Следовательно, мы наложим их тоже. Вот так вот, можно положить? Да, морепродукты есть. Спрей. Спрей очищающий. А, это обычный спрей. И яблоки. Яблоки, яблоки, яблоки. 40 долларов. Угу. Интересно, йогурт сколько стоит здесь? 80 или сколько? 180, едите его колотить. Не, это много. Спрей, яблоко, подгузники. Подгузники, наверное, тоже дорогие. 80, да, это дорого. Что нам еще нужно? Спрей есть. Спрей купили. Молоко S. Давай шоколадного купим молока. Мне кажется, я его уже расставил, нет? Мне кажется, я его расставил. Хотя, ладно. Смотри. Да, смотри, можно катать. А, я не посмотрел, сколько у меня бензина потратилось. Газ 72. Масло 85. И... Подожди, а как так получилось? Было же 16. Или я неправильно записываю? Видимо... У меня нет масла, понял. Все. Так, загружаем вот сюда. Смотри, пикап как таковой, грузовая машина, она вообще не нужна. Хотя бы потому что здесь вот можно просто нагрузить в таком формате кучу всяких продуктов.
Здесь никто не запрещает тебе по высоте. Наверное, по высоте не ограничено. И, соответственно, можно вот так вот наложить. Газетку кто-то у меня купил. Прибыль есть от магазина. Прибыль от магазина есть, и прибыль от магазина хорошая. Просто копить нам на все, на то, что вот у нас в планах, это очень долго придется. И как один, опять же, человек написал, да, там нужно 200 часов в игре, чтобы что-то купить. Ну, это, конечно же, утрировано. 200 часов тут не нужно. Я наиграл всего, там, не знаю, может, часиков 5, 6, сколько, хотя 6 серий, уже по часу точно. Я снимаю каждую серию, я там половину вырезаю. Да, часов 8, наверное, я наиграл уже, и... Да, но часов 30 точно нужно для того, чтобы это все сделать. Ладно, мы посмотрим, как получится, как будет, как пойдет. И тогда будет вообще все отлично. Так, они у меня уже раскупили все, что у меня стояло, и... И... Это уже грустно, потому что это... Я же только, блин, покупаю это меньше гораздо, чем продаю. И, наверное, когда-то у меня закончится товар, если я таким образом буду тратить деньги ни на что. Нет очищающего спрея. Нет очищающего спрея. Ну, тебе же обычно нужен был. Да, кстати, про молоко надо почитать. Может, это шоколадное все-таки было молоко-то? Потому что, скорее всего, скорее... Яблоки купили, смотри, как быстро. Быстро продаются яблоки. Хорошие, наверное, урожайные. Ой, стиральный порошок. Стиральный порошок давай положим вот сюда. У нас вот здесь вот вся бытовая химия стоит. Следовательно, мы вот сюда вот на ло... Шоколадное молоко это вот сюда. Морепродукты тоже вот сюда. Стиральный порошок вот сюда. И посмотрим, что же здесь у нас нужно было. Да, шоколадное молоко S. Так что правильно, я его купил. Мне не купил только бургер, йогурт и подгузники, потому что они были дорогими. Давай. $182. Смотри-ка, неплохо, неплохо. Спрей. Спрей это тоже бытовая химия, поэтому мы его поставим вот сюда. Специальная выкладка, чтобы люди наслаждались красотой. Красиво же получается. Красиво. Не очень, конечно, но красиво. Вот. Спрей мы тоже вот сюда вот наставим. Не знаю, что это за спрей такой, который нужен всем поголовно, потому что уже много кто зашел и спросил этот спрей. А у меня все еще нет и нет. Хотя, может, это... Хотя вот он, спрей. Очищающий, что ли, нужен был? Видать, нужен был очищающий, да. Я написал спрей и не подумал, что он есть обычный. Да? Да, нет очищающего спрея. Но ничего страшного, будет у нас обычного спрея много. Все равно продам. Так, смотри-ка. Морепродуктами запасаемся уже. То есть уже ассортимент нашего магазина. Что он? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, понял. 10 морепродуктов, 10 шоколадного молока. Нет, вафель. Ну что ж ты будешь делать? Тебе всегда как чего-то будет не хватать. Это очень привередливые покупатели. Они не смотрят на то, что у меня есть. Они сразу видят то, чего у меня нет. Зачем ты смотришь на то, чего нет? Дурилка, что ли, совсем? Ну смотри, можно заехать опять за закупкой. Покупать чипсы. Чипсы, наверное, надо купить. Нет, колы. Смотри-ка. Да, кстати, ну... Нужно посмотреть, сколько у меня бензина в машине. 71. 84. И 17. Я так понимаю, по 1% каждого снимается туда-обратно, если доехать. То есть это... это не так дорого, это если 1% от масла, например, 1% это вообще ничто. Масло тут почти бесплатно заливается. Тут делов-то, смотри, сколько оно, 150 тут стоит или сколько?
115. 115 это получается 2,5, даже 2,3 доллара за поездку. Почти как за доставку, наверное, в итоге получится. Может, долларов 15, наверное, да, потому что бензин дорогой здесь. Починка не знаю, сколько стоит, но исходя из стоимости вот здесь, я думаю, стоит это около 500 долларов. И, соответственно, даже если туда-обратно там 5-5-10. Подожди. 5 долларов, даже если за 1%. Еще 1 доллар там за этот и 2 доллара за бензин. То есть это получается 8 долларов, то есть 16 долларов за поездку туда-обратно. Это всяко выгоднее, чем доставка. Но доставка будет выгодна, одна коробка, две коробки выгодно еще будет плюс-минус. А когда ты будешь покупать три коробки, это уже выгодно на машине делать. Но опять же, на машине три коробки возить. На машине три коробки возить будет невыгодно. Выгоднее будет пешком сбегать. И тогда получается, давай будем покупать от 6 коробок, от 6-7 коробок примерно. Мы копим сейчас на мясо. На мясо копим, чтобы посмотреть, сколько оно дает. Но так как мы поняли уже, что примерно 70 долларов с коробки, но мясо, наверное, не 70 долларов с коробки. Как может мясо 70 долларов с коробки иметь? Мне кажется, это было бы очень нечестно по сравнению, ну, по отношению ко мне, например. Потому что, ну, как бы так сказать, покупать коробку за 500 долларов, чтобы поиметь прибыль в 70, это как минимум нерационально. Как-то глупо. Мало того, что прибыль 70, то ты еще предпонимаешь, что за холодильник мы платим. Может быть, в холодильниках стоимость продуктов немного выше. Ну, то есть не то, чтобы выше, а прибыль. Прибыль выше. Пока неизвестно. Будем наблюдать, будем смотреть и будем... Смотри-ка, дом какой. Тормози. Тормози, тормози, тормози. Мимо проехал. Фары опять забыл выключить. Давай выключим фары, выйдем из машины и пойдем. Кстати, надо заходить вот в этот дом. Понял, сходил. То есть мы поняли, да, что в принципе брать в... Ну, у жабершопа, у жабера у этого нет ничего. Ничего нет у... Вообще в магазинах, в принципе, сейчас ничего нет под наш карман. Можно только постараться на мопед накопить. Так, подожди. В туалет надо сходить. Чуть не забыл. Сейчас бы наш главный герой мучился. Поспим, попьем. И продолжим с новыми силами играть. Двери не закрываются здесь, понял. Еще я прочитал, что 80 долларов, ой, 80 голода восстанавливает вот эта вот забегаловка рядом с моим магазином. То бишь, если накапливать вот эти 80 голода, давай накопим 90 голода и попробуем там поесть. Хотя, нет, подожди, давай 95 накопим голода, и тогда мы там поедим. То есть там еда стоит 65 долларов, если я не ошибаюсь. И как бы, в принципе, зачем переплачивать за две пиццы там, или... И опять же, две пиццы не восстанавливают столько голода, как еда вот в этой шаурмешной. Молодец. Кеши кончились. Сколько? За сколько продали? 15 за морепродукты. 15 морепродукты стоят. А сколько они стоили изначально? Их 10. 15 морепродуктов. Подожди. Штук. То есть всего будет 150 долларов с морепродуктов. 150 долларов долларов с морепродуктов, и тогда получается... Что получается? Но они, наверное, стоили 80. То есть как бы ничего выгоднее-то и не получилось.
Так, куки-файлы кончаются. Куки-файлы кончаются, жалуются пока ни на что, пока ничего нет здесь. Можно купить соковыжималку. Люди пишут, что соковыжималка — это здорово. Соковыжималка будет приносить 18 долларов вафли. Так, вафли. Давай перевернем. Нет, давай не будем переворачивать. Вафли. Вафли и мясо надо купить. Хотя мясо можно с доставкой, но это надо бежать тратить. Так, нет варенья. Вафли и варенье. Что-то вас на сладкое всех потянуло. Я записываю, как вот мне предложили, я записываю, потому что это очень реально полезно. Время немножечко тратит, конечно, но, блин, лучше записать и, как сказать, не забыть, чем элементарно просто забыть, что ты хотел сделать. Ну что ты? Что ты? Бери, не стесняйся. Нет растительного масла L. Заработная плата рабочего минус 50, кредит 119. Да, что-то мы сейчас, по-моему, в долги уйдем. Хотя, о чем мы уйдем в долги, если у нас прибыль-то потихонечку идет. Идет. 23 доллара коллектед. Соберем 600 долларов. 600 долларов соберем. Кстати, да, пойдем пока сбегаем. Вон в тот магазин. И как мне правильно написали, не зависит это все дело твоей болезни от погоды. Полка за 150. Для надевания продуктов можно использовать. Но мне надевать продукты не нужно. У меня в целом-то и так неплохо одеты продукты. За сколько можно купить у тебя ноутбук? А ты что там стоишь? Ты же ведь 450. Чего? А, управлять своим магазином и сохранить игры. Что-то там было с плавающими продуктами и какими-то объектами. Еда за 65 долларов. Что-то было про плавающие объекты. Но про плавающие объекты я не знаю, что здесь было написано в обновлении. Но плавающие объекты как были, так и остались. Кстати, да, надо нажать на компьютер и посмотреть. Можно здесь... Нет, здесь нельзя. Я просто пытаюсь понять, что же здесь, мать его, за ногу дополнили. Но я так понимаю, особо ничего и... Как бы не знаю даже. Пойдем пешкодраном сгоняем до этого починочного сервиса. И вот до магазина хостоваров. Как бы, если так подумать, то вот этот магазин хостоваров бесполезен, если здесь продается только тележка. То бишь, тележка стоит у жабера. У жабера тележка стоит, она бесплатная, ее можно взять. Не знаю, можно ли ее вывести. И за 150 долларов ее покупать, это, блин, бездумно. Бездумно очень. Товарищ полицейский, пропустите, пожалуйста. Сколько там мне бежать еще до сервиса? Недалеко, он вот тут вот где-то должен быть. Просто я хочу узнать, сколько стоит будет мне, во сколько мне обойдется починка автомобиля, чтобы знать. Чтобы знать, просто чтобы знать. Кар-механик? Подожди, игра что ли такая? Игра такая есть, да, я знаю. Не играл ни разу, потому что не понимаю, как в нее играть. А может и понимаю, просто не пытался. Так, что здесь? Зачем тебе здесь краска? Кар-механик и... Подожди, а чего я должен сделать? Я должен с машины, что ли, приехать сюда? Я не могу посмотреть. No cars nearby. Твою мать, ну почему же так все сложно? Я хотел посмотреть цену, просто общую стоимость, так сказать, на ремонт автомобиля. А он, наверное, каждую машину отдельно... рассчитывает по стоимости ремонта, и поэтому он не может сказать мне, сколько будет стоить ремонт моей. Я надеюсь, я не буду плеваться в микрофон, как было в прошлой серии. Потому что там очень было много вот этих вот плевков, и мне было прям, не знаю, некомфортно как-то из-за этого.
Вообще нужен нормальный микрофон, но так как пока аудитория у меня не такая большая, микрофона пока не будет. Вот. Не вижу пока смысла тратиться, да и в принципе дороговато это относительно как, ну, обычных трат жизненных. Все-таки это не особо пригодится мне, кроме как в записи видео. Микрофон у меня, вот он есть. Угу. Чего здесь нужно-то? Кекс, отбеливатель. Отбеливатель L и кола. Ну, я могу купить сейчас уже себе кофемашину. И это прекрасно, но кофемашина мне, конечно, это здорово, но то, что у меня осталось мало очень товара, то это немножко напрягает. Внутри холодильника. Сел за 350, добавить в инвентарь холодильника 1. Чего нету? Подожди, чего-то было написано сейчас. Я думал, мой продавец вон туда перешел, а он, оказывается, просто это такой же человек, как и я. Ой, как мой продавец. Вообще, можно сэкономить. А можно продать свою машину? Видимо, нет. Видимо, нельзя свою машину продать. Я бы просто в трейдинг сдал ее и купил бы себе другую. То есть мне сейчас, наверное, денежка-то позволяет, ее можно за 1000 сдать. И вот я бы сейчас добавил бы своих и все. Не парился бы. Мытье рук продано. Продано мытье рук. Смотри, у меня сейчас вообще все товары уйдут с полок, и будет очень плохо. Разработчик этой игры не особо понимает, наверное, что ли, как эта игра работать должна. Просто, да, как правильно написали в комментариях, что здесь, что это вроде как бы симулятор бизнеса, в конце концов, реалистичный, как бы, как заверяет разработчик. И с учетом того, что сколько он стоит, знаешь, можно подумать, что он реально реалистичный, и он реально должен быть как бы немножечко хоть к реальности и иметь отношение какое-то. А здесь ты заправляешь бензином машину, хрен знает за сколько денег. Потом болеешь непонятно из-за чего, из-за каких-то сезонных вспышек вирусных. И вообще не ясно. То есть с ценами здесь огромная беда. Просто, я так понимаю, для упрощения разработчик сделал именно так. То есть не, ну, никак иначе. Он просто решил взять и немножечко сделать больше прибыль. Ну так траты это на продукты. А, ну он решил траты, может, на продукты. И только продукты сделать реалистичными. Остальное все пошло в жопу. Потому что, ну, типа, машина у тебя изначально есть. Как хочешь, так живи. А магазин тебе покупать ничего не нужно. То есть нет шоколада. Шоколад давай запишем. Шоколад ни в чем не виноват. А, газетку продали. Отлично. Ну, смотри. Пицца с овощами. Ну, пиццу с овощами я уж точно покупать не буду. $24 собрали. Давай еще хотя бы 20-ку соберем. Поедем, купим мясо. Поедем, купим вот какие-нибудь еще вот мелочные продукты. И давай еще до 670 посидим. Покукуем немножечко. Подожди, как только. Ну что такое? Подожди, залезь. Угу. Кукуруза за 10 продана. И давай еще что-нибудь продавай и поедем в магазин. Хоть я и понимаю, что сейчас мне это будет невыгодно. То есть я, ну, ехать невыгодно. Потому что мясо стоит, по-моему, 500, если я не ошибаюсь. А мне всего 655, то есть у меня останется там $170. И опять же, я останусь хреном. То есть за 3 коробками поеду. За коробкой с мясом, за коробкой с чем-то еще там. То есть тем же самым вареньем, может быть. Ну, давай еще чуть-чуточку и прям последнюю покупку, и поехали. У меня полки вон пустые, мне нужно что-то покупать. Мне нужно что-то покупать, чтобы что-то продавать. Молодец. Молодец, поехали. В целом,
если вот с таким подходом к игре, ну, играть, то получается как бы вполне хорошо. Но если не считать, если не думать головой и просто от балды там как-то, я не знаю, расставлять товары и продавать что-то, пытаться ездить на машине везде, где только можно, постоянно, то, мне кажется, это будет очень невыгодно. Не знаю, почему я так считаю. Потому что, наверное. Просто я этим занимался уже 6 серий. Или сколько? 5 серий. 6. Я занимался серией вот этой вот трибудистикой, которая вот называется расставление товара. 500. Смотри, 500. Сколько здесь? 10. То есть каждая должна точно продаваться за 60. Подожди. 500, 570, 570 на 10, это 57 должны продаваться. Должно продаваться мясо, если реально тут дело вот в 70 долларах. То есть, если это правило 70 вот этих долларов, то не вижу смысла как такового пытаться что-то там дорогое покупать. Так, смотри, значит. Мне нужны вафли. А вафли у нас где? Чай, чипсы, куки, файлы, отбеливатель, кешью, рис, растительное масло, подгузники, ткань. А вафли-то где? Макаронины, хлебные палочки, сахар, мука. Я не вижу вафли. Подожди, может быть, здесь где-то вафли? Фри, кекс. Вот кексы люди хотели. И пиццу с овощами. Ладно, давай пиццу с овощами купим. Конечно, не жалко мне. Подожди, я просмотрел по-любому. Но тут все разложено по категориям. То есть куки-файлы, чипсы, пшеничное печенье, кукурузный, шоколад, клубничное печенье, тунец, баклажан, сладкая кукуруза, варенье. Ладно, давай варенье купим. Варенье точно хотели люди. Подожди, я не нахожу вафли. Вот они, блин. Кто же думал, что это такие вафли? Я же думал обычные. Вот по типу вот таких коробках. Вот как раз здесь вафли нарисованы, это не шоколад. Так, давай, вафли мы купили, варенье мы купили, купили мы мясо. Мясо мы купили, которое нам не нужно было покупать, которого не было у нас в списке. А, масло. Масло растительное. Ле. Нет, у меня столько денег нет. Отбеливатель, кола, шоколад. Подожди, кола. Шоколад. Кол, шоколад купил. Кекс и что-то еще нужно было, короче. Кекс. Где кекс? Вот тут вот, посерединке, по-моему, был, нет? Йогурт нужен был, но йогурт у меня столько денег нет. Кекс, 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 кекс. Подожди, блин, я же только что его видел. Кекс. Орехов, макароны. Макароны, макароны. Макароны, макароны. Блин, где макароны? Где кекс? Кукурузный клопья. Корм для животных. Это вообще не то. Вот это кешью. Еда, еда. Мне нужна еда. Томатная паста, рис, подгузники, соль, хлебные палочки, сахар, мука. Подожди. Фри. Ты прикинь, я забыл, где кекс видел. Он же прям вот так вот стоял, прям на меня смотрел. Вот съедобное что-то. Я не вижу здесь кекс. Ладно, на что нам еще жаловались? Блин, 96. Невыгодно сейчас уезжать. Давай чипсов купим. И пойдем за... Блин, я вот прям вот честно слово тебе говорю. Не вижу в упор. Вообще не вижу. Вот как бы ты там не кричал, сейчас не матерился. Хлебные палочки, мука и все. И вот как хочешь, так живи. Пусть твою... Вот он, кекс. А мне денег нет. Все, ладно. А, ведро для мороженого тоже нет.
блин, 98. Дай купим что-нибудь еще. Стиральный порошок. Купим стиральный порошок, чтоб был. Чтоб был, и поехали быстрее. А, у меня денег-то нет, у меня денег на еду-то нет. Поехал он. Куда ты поехал? У меня денег, стоп, нет. 60 на 60, наверное, напродавали уже сегодня, нет? А я и не бегу. Я и не бегу, я еду на машине. Как прилично. Как примерный человек. 99 у меня. Стой, если у меня будет сотка, то что произойдет? Что произойдет, если у меня будет сотня? Я умру? Я... Что случится со мной? Блин, 99. Ну, сейчас мы увидим, что будет. Так что сотка по-любому будет. Но чуть-чуть вот остается. Прям совсем потерпи немножечко. Голод... Ты голоден, ты не можешь бежать. Ну что, ты сейчас потеряешь управление? Что, что? Остановись. Ходить ты можешь? Можешь. Еда? Я сам сказал, что у меня нет денег, блин, и... Да. Паника, паника, просто паника это была. Это была паника, это было... Как это сказать? Необдуманное решение. Просто спонтанное. У меня 100 голода, и я думаю, что я не умру. 170 долларов. Да я знаю, что я не могу бежать. Что такое-то? Или можно голод до последнего, так сказать, тянуть, и ничего страшного со мной не произойдет. Все, пожрал, и... Он в сотню восстанавливает, смотри. Он восстанавливает сотку. Это вообще отлично. Если он восстанавливает сотку, это просто шедевр. Это, блин, не шаурмешно, это просто сказка. То есть, если ты не привык питаться в ресторанах, то, в принципе, ничего страшного. Как бы в том, что ты поешь там немножко из вот этого вот, вот у армена вот у этого. Пожуешь немножко шаурмы и все. Вкусно, питательно. Как бы ничего сверхъестественного, ничего безобразного нет. Руки мытые, наверное, даже у него. И в перчатках работает тоже, наверное. Но какая разница вообще тебе, если ты, как сказать, если ты голоден. Варенье тоже, наверное, выдают сюда вот варенье. Мясо в холодильник, хочу заметить. Надо мясо в холодильник положить, чтобы... Что ты делаешь? Ставь, давай. Что такое? Смотри. Если сейчас мясо будет продаваться, а оно стоит 500 за 57, то мы его больше не покупаем. Потому что это будет элементарно глупо. А вафли тоже в морозилку нужно поставить, потому что это же у нас... Это у нас что? Это у нас... Это у нас вот что. Это эти вафли. Это те вафли, которые... Которые вот эти самые... Которые в виде сердечек, которые мягонькие, которые не те, которые ты привык, которые жесткие такие. Ну, я, по крайней мере, к таким привык, поэтому я их искал в магазине. А видите ли, тут народ такой интеллигентный, и он ест только такие вот мягкие вафли, которые храниться должны в холодильнике. Да пусть хранятся где угодно, что ж они тебе так нужны-то? Подожди, ну поставь вот сюда хочу поставить. Все. Пусть стоят. Все, все, что в холодильнике должно стоять, оно стоит в холодильнике. Стиральный порошок — это бытовая химия, это вот сюда. Чипсы R — это вот круглые чипсы. Варенье мы поставим вот сюда. Мясо за 62, то есть 620, то есть 120 с ящика с этого. Ну, это еще куда ни шло. 120 с ящика за мясо... Это получается сколько? Это получается 120. Это 25% почти навара. Да? Нет? Подожди.
Сколько я продал? Ничего себе, я топно продавал. Мясо за 62, то есть на 12 долларов дороже. На 120 долларов в сумме. А следовательно, не знаю, короче, в шопу. 216 долларов коллектед. Смотри. Это у нас чипсы, которые должны стоять вот здесь. Но ничего мы сделать с этим не можем. Ну, по крайней мере, с тем, что... С тем, что места здесь не особо много. Но чипсы должны с газировкой стоять, потому что их, в принципе, едят с газировкой. Ну, или не с газировкой, или с пивом. Но пива у нас нет, поэтому... Как бы... Что за магазин, да, без пива? Вот. Что я хотел еще сказать? Я хочу сказать, что вот чипсы с вареньем будут стоять. 120. Это сколько от 500? Это почти 25%. Чуть меньше 25% навара. 23-22 там, да, плюс-минус. Я с математикой не очень, поэтому я могу тебе только приблизительные цифры сказать. И то даже не факт, что это правильная цифра. Вот. Вот. Нужно, наверное, фруктов закупить с овощами, чтобы люди покупали. Они, так я понимаю, не особо здесь портятся. И, ну и, в принципе, пусть они стоят. Они же... Люди-то их покупают. Так, что у нас еще не выставлено? Стиральный порошок. Стиральный порошок. Спрей давай поставим вот сюда. Спрей мы поставим вот сюда. Потому что мы можем спрей поставить вот сюда. Раз, два, три. Итак, вот что мы делаем. Мы закрываем магазин. Едем домой. Моемся и идем в туалет. Спим. Приезжаем сюда, открываем магазин. Очень жаль, что нельзя поставить кровать в магазине и спать здесь, чтобы не тратить время на поездки и... Ну, на дорогу до магазина утром. То есть это как бы 1-2 покупателя точно. А следовательно, это плюс-минус, ну там, 20-30 долларов в день мы теряем на вот этом вот, на вот этой дороге. То есть помимо того, что мы амортизацию автомобиля, как бы не выплачивает нам никто ее, и мы тратим в день там, ну, даже на поездку до дома, это нормально мы тратим, короче, долларов 10 мы тратим на поездку, да, да, и еще двадцатку мы тратим, мы теряем на... Вот этой дороги. Следовательно, 30 долларов где-то у нас теряется на поездках. Утром. На утром мы теряем 30 долларов. Казалось бы, да, ничего страшного, но 30 долларов это 30 долларов, и за нас их никто не заработает. Следовательно. Следовательно, погнали, нам скоро уже чинить автомобиль наш надо будет. Поедем сейчас на оптовую базу. Закупимся товаром. И будет все у нас отлично. Все. Приехали. Да, кстати, сказали, на второй этаж в банк нужно сходить. Что там, я не знаю, но пойдемте сходим. Магазин наш открыт. Прыгуны там вон прыгают. Ну и пускай прыгают. Дружище, давай мы тебе скинем 250 долларов. Ой, передача и... Да и все, в принципе. Пусть лежат у тебя. Так, здесь на второй этаж, вот здесь вот где-то заход. Я в первом видео бегал на второй этаж, потому что мне было очень интересно. Я бегал туда ночью. Это что за комната допросов? А, бегал